Всем привет! Есть у меня неисправная USB флешка, и в этом видео я покажу крутую самоделку, которую из нее можно сделать. Итак, приступаем к разборке флешки. Берем плату и зажимаем ее в тиски, чтобы отрезать небольшую часть. Детали, которые остались на плате, выпаиваю при помощи паяльника. Далее собираем корпус и сбоку паяльником проделываем отверстие. Отверстие обтачиваю при помощи камня. Теперь разбираем корпус и вклеиваем туда разъем. Во второй части корпуса также нужно проделать отверстие, а затем вклеить туда выключатель. Далее нам понадобится диод 1N4007 и резистор с сопротивлением от 500 Ом до 1 кОм. Измерение делаю при помощи своего нового мультиметра DMT99 от компании FNIRSI. Такой мультиметр может измерять абсолютно все в автоматическом режиме. Вставив щупы в розетку, он понимает, что меряется переменка. Теперь берем батарейку, и он знает, что это постоянное напряжение. Также понимает, когда меряется сопротивление и режим прозвонки. Еще этот мультиметр умеет искать скрытую проводку, а также может отличать 0 от фазы. И самое главное, это то, что в нем встроен аккумулятор и заряжается он через разъем Type-C. Кому интересно, где покупал, ссылка в описании. Итак, берем часть от флешки и теперь все эти детали соединяем по схеме, которая показана на экране. Вот так вот у меня получилось. Закрываем крышку и переходим к испытаниям самоделки. Подключаем к разъему провод с крокодильчиками и вставляем флешку в зарядку от телефона. Теперь берем мультиметр и замеряем, какое напряжение на выходе. Как видите, 5 вольт. А теперь, если включить клавишу, напряжение встает 12 вольт. Выключаем и снова 5. С помощью такого приспособления, используя зарядку от мобильного телефона, можно подключать разные приборы. Сделав специальный кабель, можно подключить Wi-Fi роутер, который работает от 12 вольт. Также можно сделать, чтобы на выходе было не 12 вольт, а 9. Если это кому-то интересно, пишите в комментариях, и я покажу, как это сделать. Всем спасибо за просмотр и всем пока!